Для жителей многоэтажки на улице Максима Горького это утро началось не с кофе. Загорелась одна из квартир. Спасатели эвакуировали жильцов первого подъезда. Двор перед 37-м домом заполнен как никогда. Вместо привычных иномарок вдоль подъезда припарковались пожарные машины. На лавочках рядом с бабушками молодежь и люди среднего возраста. Провести этот день, наблюдая за работой спасателей, кажется, никто не планировал. На номер 112 позвонила соседка погорелицы. Почувствовала запах жареного. Мы сидели спокойно дома, пили кофе, там, завтракали, как обычно. Раздался стук в дверь. Сразу не поняли, что случилось. Потом почувствовали, что запах неприятный какой-то. Ну, с супругой быстро оделись, выскочили на улицу, смотрим, что людей всех быстренько выводят. Беда случилась. Пожилой человек пострадал. Все. Машина пожарной службы и скорая не заставили себя долго ждать. Пожар ликвидирован, жизнь спасена. Помощь пожилой даме медики оказали. По словам очевидцев, у нее ожог руки. В госпитализации пострадавшая не нуждалась. Причину ЧП сейчас предстоит выяснить специалистам. Однако соседи сообщили, до вызова огнеборцев хозяйка сгоревшей квартиры готовила холодец. Возможно, оставленная без присмотра плита и стала поводом утреннего переполоха. Виктория Полевко, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.